На день рождения принято дарить подарки. Отмечают этот праздник не только люди. 12 февраля Чувашскому национальному музею исполнится 93 года. Уже сейчас объявлена акция «Дар музею». Каждый житель Чувашии может сделать подарок учреждению. Аммонит, головоногий моллюск, сувенир сарманское золото из филипповских курганов, сувенир 7-го Всероссийского форума здоровья нации – это подарки Национальному музею от главы республики Михаила Игнатьева. Подарить музею можно предметы, связанные с историей и культурой Чувашии. Традиция получать подарки в музее зародилась еще в 1998 году. С глубокой благодарностью принимаем все то, что нам приносят люди. А приносят самые различные, самые разнообразные предметы. Это и сувениры, это и книги, фотографии, документы ценные, награды, предметы быта. Любому предмету мы очень рады. И вот 16 раз мы уже проводили такой праздник, день рождения музея. И вот за 16 дней мы получили около 10 тысяч музейных предметов. Сувенир, выполненный из последней советской ракеты, которая была уничтожена в Капустном Яру в 1991 году. Единственная капелька нефти в Чувашии. Все эти предметы уже нашли свое место в Национальном музее и стали народным достоянием. Так подарок каждого жителя Чувашии может украсить музей. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика.